вырашить. Я уже подхожу. Я куда сюда дом? Думаю, сейчас закидывать гранатами просто. Я под стенкой тут сижу с забором. Клетку тоже засекли. На втором этаже один. Да ты так? Да, это по мне сейчас тут под клетка летит. Опять внутрь забросить. На этом, на вышке сидит. ГПшки полетели вражеские. Слышишь, на этих, на антенне сидит. Где? На антенне сидит. Понял. Все, закончился. На БКПшку в эту дверь туда засадить, на он туда сбежал. Пашки кто закидывает, знаешь? Вроде нет. Нет? Не знаю. Но у нас один не на КВ. Сверху, с антенны. Прямо сверху, сверху? Ну, первое кольцо снизу. Самое нижнее кольцо на антенне. Да. Хожу на хрен. Под огнем. Я с ним подхожу. Нереально, сквозь все елки так меня полетит. Штраф он накручен. Также на втором кольце, на первом точнее убегает.
жив? Антон, я рядом. Я его не жив. Я уже морфином сожрал. Я по нему шмальнул, а вроде убежал. Антон жив? Сидят наверху. А их там двое. Ровно лег. Я же внутри. Кто с юга от вышки? Я по сути. Тебя пиздят? Не-не-не. Это я стреляю. Ах ты гады. Не, она как-то не убивает на самом деле. Поздно. Добавь хотя бы следующего, чтобы ломать забор. Потому что с главного входа заходить, это вообще просто жесть. Вот сейчас так тут есть. Я могу эту лестницу добавить, тактичку, чтобы через заборы перелазить. Ну, что-то надо сделать, потому что это просто нереально. Я что-то... Вот посмотри, где мой труп. И Бетуз, короче, был на втором этаже. О, не на втором, а на первом. Я не могу понять, как он меня убил. Вообще не могу догнать. То есть я стою здесь, он на первом этаже, мне не видно. И он меня убил. Вообще бред. Ну да. Что-то как-то странно. Либо давай атаки ГПшек больше, либо РПГшек одноразовых. Угу. То, чтобы заборы не лестницу, а просто... Я могу попытаться спилить эту вышку. Кого, вышку? Да. Не, не надо, нормально. Ее с РПГ, с ГП вообще очистится замечательно. Она потому что она не складывается внутри. Вот. Заходишь вовнутрь, ГПшкой ну, стреляешь там. Вверх и все, там живых никого нет. Не, так, почему сейчас граната закинул? Но он зверя ранил все. Ну, ранил. Но как, они друг друга? А. Нет, он зверя ранил. Паша граната кинул, она его ранила. Он упал в лесозанку, гонт его вытащил и поднял. Гонт закинул, а нет, зверь кинул гранату, она в итоге отскочила, упал в угол. Где зверь пытался отбить его, тупо убил. Ну, чуть-чуть не убил. Ну, в текущем виде штурмовать это укрепление сложно. Да, есть такое. Ну, да я сейчас закрывал все эти дырки, типа, чтобы не залазили. Я причем кое-как зашел, чисто там ползком, ну, видел, уже, да, как ползком. Они уже чисто не отсвечивать, и, ну, реально. Угу. Одному там ничего не сделать, особенно если с дома добавить их спала. Ну а ВЭК, кстати, щемит базу, вот эту верхушку щемить очень легко, то есть... Кто-то выдержал народ и меня убил как-то. Причем я не понимаю, как меня заметили. Они тут два СВДшника сидят. Я себя даже не вижу, понимаешь? Ха, нажми. Ты в лесу там где-то лежишь. Вот, я понимаю, где я лежу. Ну. Вот он. Да. Они лежа стреляли по тебе, поэтому и попали. Как? В смысле? Ну, он лег, было проще. А, какие-то патроны что-то. Почему все люди так сильно светятся? Не знаю. Что это за фигня, заборы не угу. Я вон вижу, просто у него пули застревают в этой елке дальней, и заборы не перезаводят. Да. Я потому что все трассера, ну, включи. Я вижу, как у него патроны застревают просто в заборе.
МПТ в вороте? Не-не-не, за воротами. А, сеточка? Сеточка, да, сеточка. Она Антоху просто не пробила, по-моему. Он даже не ранен ни разу. Знаешь, было бы лучше, если бы я твой велик бы не подпинул. Понял? Не лупи. Нахрена ты меня подрезаешь, мне интересно. В плане едут по левой дороге, что тебе не нравится? Ты вообще навстречку выехал, эл. Ты че выпендриваешься? Да. Я ехал на обгон тебя. Я ехал против движения, как положено. Я еду, и ты резко такой топишь, и я под колеса. Как на ноги, вон, машинки погорели в пятницу. Три вазика сгорело. Два, точнее, сгорело, друг в друга впилились и рассинхронно на сервере. Одни уехали, КНДшники уехали вправо, а БЕшники уехали влево, Ctrl-Shift-B. Они, эти БЕшники уехали влево, в оконцовке они друг в друге оказались, сгорели два вазика, но я не выжил. Успел выпрыгнуть. Он опять похитил. Без сознанки, спитер без сознанки, только его вынес. Лол, да тут, да тут столько слепошары. Еее. Ну тебя же убил. Тут? Ну вот серьезно, смотри, он стоял в правой части от этого здания, где лестница, видишь, подъем. Он стоял. Посмотри, если встать оттуда, да? То есть, по сути, ты не видишь голову. Я не знаю, как он меня убил. Много вообще. Чисто может от елки отрикошетил, я не знаю, убило меня там. Я увидел его! Магазинов нету! Четыре магазина на СВД, это что? Чё? А так... Долго её месили. Ну...